воздуха имени Покрышкина – профильная смена волонтеров. 50 школьников из Азовского, Горьковского, Павлоградского, Полтавского и других районов области и города Омска в дни осенних каникул обучаются добровольческому делу. Смена рассчитана всего на неделю. За это время опытные специалисты регионального министерства по делам молодежи и Центра социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи в рамках добровольческого движения «Альтернатива» готовят будущих волонтеров. Профилактика зависимости от психоактивных веществ и ВИЧ-инфекции – азы добровольчества. В программе также творческие, досуговые и спортивные мероприятия. За время проведения программы ребята получили огромное количество теоретической информации об истории волонтерского движения, об организации деятельности волонтеров молодежного добровольческого движения «Альтернатива», информацию по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни. 8 ноября волонтерскую смену посетили студенты омских вузов, представители действующих волонтерских отрядов. Я являюсь представителем и руководителем проекта «Dance for Life». Вот вы видите его вот на картиночке, его название. Что это такое вообще? Это проект, направленный на вовлечение молодежи в борьбу против ВИЧ-СПИДа. На встрече юным добровольцам рассказали о проектах, реализуемых на территории Омска и Омской области, а также о предстоящем знаменательном событии в жизни региона – эстафете Олимпийского огня и роли волонтеров в организации культурно-спортивных мероприятий. Ну, здесь мне очень нравится. А что конкретно тебе нравится? Здесь все. Здесь интересные тренинги. Мы сдружились со всеми. Я подружилась и с первым, и со вторым этажом. Здесь очень весело. Эти ребята еще только начинают свою волонтерскую деятельность. Знаниями, полученными во время профильной смены, юные добровольцы непременно поделятся со своими друзьями и одноклассниками и, возможно, совсем скоро придумают и проведут свои собственные акции по пропаганде здорового образа жизни.